Сотні дівчат очікують своєї черги постати перед журі. Багато учасниць російського кастингу цілком відповідають стандартам Віагри. Але першою на суд журі виходить дівчина, якій до конкуренції не звикати. Джанет Кердікошвілі, міс Грузія, представляла свою країну на конкурсі «Міс світу». Цієї осені вона їде на «Міс Усесвіт», а зараз Джанет збирається підкорити наше журі. Здравствуйте, Джанет. Добрый вечер. Мне сказали, что у вас нет парня. Нет. И у вас такая уникальная ситуация в жизни, вы никогда не влюблялись. Наверное, все-таки, к сожалению, чем к счастью, я не влюблялась. И парня у меня, наверное, поэтому и нет. Но я же люблю вообще. Я люблю мою семью, моих друзей, моих близких людей. Поэтому любовь внутри, она есть. Вы хотите Виагру? Да! Пойте! Негаданно, нежданно, с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрела в зеленые, как море, глаза. Я даже не успела тебе о самом главном сказать. Как тихо падал дождь вчера, он знал, что ты придешь вчера, а я не поняла вчера, что среди городов и волшебных снов я просто тебя ждала. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, господин Верник, ну скажите честно, но есть что-то манящее в этой застенчивости? Конечно, Джанет. Вы понимаете, фраза эта принадлежит не мне. Красота, конечно, страшная сила. Единственное, что меня смущает, дорогая моя, зная ваш невероятно темпераментный народ, я бы хотел в этой хрупкой, нежной девушке разглядеть сейчас вот этот вот рвущийся наружу темперамент. Мужчинам нравится, я думаю, такой типаж женщин, девушек, как вы. Статная, красивая, покладистая, но при этом хотелось больше, ну, как бы экспрессии какой-то. Мне этого не хватило. Мне станцевать? Например. Мисс Грузия, да, видишь? Джанет, это не конкурс красоты. Браво! Спасибо большое! Итак, окончательный вердикт. Константин Меладзе. Вот вы говорите, что вы ни в кого еще не влюблялись, да? А в вас влюбляются? Конечно, да. Влюбляются. И как они себя ведут, и как вы себя при этом ведете, как вы от них отбиваетесь и так далее. Я считаю, что если девушка не хочет, к ней никто не будет приставать, надоедать и так далее. Поэтому, наверное, в моем случае это так. Но это в Грузии так, знаете? Нет, просто я считаю, что мне сейчас не время думать о замужестве, о каких-то отношениях. Мне это просто будет мешать, потому что я буду полностью отдаваться тогда этим отношениям и семье. Поэтому я считаю, что для меня пока это рано, наверное, поэтому. Понятно. У меня большие сомнения по части того, понимаете ли вы, куда вы идете? До тех пор, пока ты доберешься до сцены, пока ты долетишь, часов 5-6 пролетишь, бог знает куда, зимой, ночью, не
не спать, переезжать, ездить. Просто это гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. А вы очень хрупкая, на мой взгляд, очень, очень нежная и очень домашняя девушка. Поэтому... Ой, очень хочется посмотреть на вас во втором туре. Очень хочется. Спасибо. Берем от лоба. Вот. Будьте готовы к любым неожиданностям. Вас поздравляем. Удачи. Меня смущает слово «мисс». Они все инфантильные, они все самовлюбленные. Ты знаешь, меня смущало бы слово «мисс», если бы это не было «мисс Грузии». Вот. В Грузии совсем другие могут быть «мисс». Чи виправдає Джанет в другому турі надії Костянтина? Поздравляю тебя, поздравляю! И я, честно, я собой очень довольна, потому что я... Очень сильно, видимо, перенервничала. Выходить на сцену не впервые, но петь, да, я первый раз пою на такой сцене. Я стояла здесь с твоим братом, смотрели мы вместе твое выступление, я прожужжала просто ему все уши, какая ты красивая, какая ты красивая. И он мне говорил, да. Поэтому приглашаю его сюда. Я вас поздравляю, переходите второй тур, счастливо, удачи, трудись, не покладая рук. Вот к нам присоединилась и Грузия. Грузинській королеві краси, як і іншим дівчатам, яких Костянтин Меладзе пропустить у другий тур, потрібно сфотографуватися без макіяжу. Ці фотографії можуть вплинути на остаточне рішення продюсера. Я найщасливіша!